Здорово, меня зовут Дигл, спасибо Балату Завгарову и Шейхули Джастерлинку за поддержку на Патреоне. О, магическая битва, сёнэн всех сёнэнов, сколько же в тебе персонажей и какие же мутные у них пауэрлевелы. Однако, несмотря на это, я превозмог, ну ты понял, сёнэн, да? Составил список из 10 самых сильных и сегодня расскажу тебе про них, погнали! Фушигура Тодзи являлся одним из сильнейших людей, несмотря на то, что вообще не владел проклятой энергией. Настолько не владел, что у него ее и не было. Однако благодаря этому он получил физические возможности далеко за гранью человеческих. Настолько, что Юки, маг специального класса, называла его настоящим сверхчеловеком. Но помимо непомерных силы, скорости, выносливости и прочего, Тодзи также владел арсеналом разнообразного оружия, которое он мог в любой момент достать из духа переносчика. В этот арсенал также входили мощные проклятые инструменты, способные уничтожать проклятие, а то без них он бы в топ не попал. Ну а со всем этим Тодзи мог без проблем побеждать сильнейших магов, и я сейчас имею в виду без шуток сильнейших. Фушигура в одиночку победил и Сугуру Гета, и даже Сатору Годжо, пробив его технику бесконечности. Хотя Годжо тогда еще был далековато от своего пика, но все равно. Скорость, превосходящая двухпальцевого Сукуну, сила, достаточная для победы над Годжо. Так почему же Тодзи лишь открывает наш список? Знаю, очень спорная тема среди фандома магической битвы, но в моих глазах он проигрывает почти любому персонажу с территории, потому что никак не сможет ей противостоять. И хотя Тодзи заработал невероятные победы, все они были на людях без территории, либо когда территория была нивелирована, как с Дагоном, так что выше я его поставить не могу. Ураумэ — это очень старый и опытный маг, проживший более 1000 лет. Она была спутником самого Сукуны, сейчас состоит в группе Кинджаку и одной легкой атакой победила десятки очень сильных магов. Звучит здорово, но вот только мало говорит о ее полной силе. И да, по сути, это все, что мы о ней знаем. Никаких территорий не кастовала, ни с кем сильным не сражалась. Может быть, можно учитывать победу над Чоса, но даже там она получила столько урона, что не смогла устоять на ногах. Хотя и в основном потому, что не относилась к бою серьезно. Также атаку Ураумы смогла без проблем отразить Юки. Что Юки, что Чоса, ребятки серьезные, однако недостаточно, чтобы их в этот топ заносить, хотя и по разным причинам. Так и почему же я внес Ураумы тогда, да еще и выше Тодзи, который юного Годжо смог одолеть? Да просто потому, что мне так захотелось. Теоретически, раз она прожила более 1000 лет, ну каковы шансы, что не владеет территорией? И если владеет, Тодзи уже ее не победит. К тому же человек, близко связанный с Сукуной, не может быть слабым по определению. Надеюсь, в дальнейшем она раскроется как один из сильнейших персонажей, ну а сейчас считай, что я ее заочно перефапываю. Юта Акоцу был протагонистом приквела магической битвы, которую ты видел в аниме. Для тех, кто приквел не читал, это, наверное, очень странный вброс, потому что в текущей истории Юта практически ничего не делает. Однако спешу тебя заверить, среди сильнейших персонажей он совсем не случайно. В основном Юта настолько мощный, благодаря первое своему непомерному количеству проклятой энергии, даже больше, чем у Годжо, и второе силе проклятого духа Рики, одного из сильнейших духов когда-либо существовавших, которого Сугуру Гета назвал королевой проклятий. Этого было достаточно, чтобы Юту моментально записали в специальный уровень, даже учитывая, что он был совсем зеленым. Но это только основные силы. Кроме них, Юта также умеет пользоваться позитивной энергией, плюс способен копировать техники других магов и хорошо владеет мечом. Даже будучи совсем школьником, Юта смог победить Гета, подчинив проклятие Рики по ходу боя. По этому поводу Юту можно было бы поставить куда выше в списке сильнейших, но учитывая, что он мог потерять часть силы из-за этого подчинения Рики, сам Гета тогда был ослаблен, и мы ничего особого от текущего Юты не видели, в моих глазах ему место где-то здесь. Махита — это незарегистрированный проклятый дух специального ранга с очень имбалансной способностью и огромной силой. Настолько огромной, что без проблем превосходит трехпальцевого Сукуну. Но это даже не основная фишка Махита, ведь он также с невероятной скоростью эволюционировал и становился сильнее по ходу сюжета. Изначально, встретившись с Юдзи, который, кстати, полностью контрил его имба-способность, Махита понес урон. Однако, через некоторое время уже и территорию смог открыть, а в следующей арке поврапнулся настолько, что те же атаки Юдзи вообще не работали. Даже не знаю, насколько он бы мог стать сильнее дальше. Кстати, давай подробнее про его способность. Она мало того, что делает неуязвимым к физическим атакам, так еще и позволяет манипулировать телом противника, исцеляться, трансформироваться по желанию в любую шнягу и создавать химер из нескольких душ. К сожалению, он был ранен и поглощен кинжаку, из-за чего непонятно, насколько сильно апнулся в Шибуе. Но даже так, показанного вполне достаточно, чтобы считать Махита одним из сильнейших.
Сугуру Гета был лучшим другом Сатору Годжи и считался сильнейшим наравне с Годжи, когда те были подростками. С равностью я немного не соглашусь, но возможно их равность была в опасности для человечества, если решат пойти преступной тропой. И Гета решил. Помимо очевидно безмерного количества проклятой энергии и в общем силы, Гета владел техникой поглощения духов, и этих поглощенных он затем мог использовать как шикигами в огромных количествах. Либо чисто как солдат по отдельности, либо как энергию для спиральной атаки, способную ваншотнуть высокоранговое проклятие. К слову, под огромным я имею в виду тысячи духов. На время атаки токийской школы магии он владел 6500 проклятий. О, да, он совершил нападение на школу, в которой были и Годжа, и куча других сильных магов, выманил их всех наружу, а затем сразился с Ютой Акоцу. Как ты мог запомнить сегмента про Юту, Гета ему проиграл, но было сказано, что если бы Сугура имел в распоряжении все свои проклятия и не контролировал одновременно 2000 духов в другом городе, он бы победил. Так что не удивляйся, что проигравший из их схватки находится в топе сильнейших выше, просто победитель был главным героем сёнэна. Дзюга. Как бы автор в истории не выставлял его шутом, на самом деле дичайше сильное проклятие. Он управляет лавой и огнем, способен использовать как максимальную технику, так и создать территорию, и даже может воплотить свою проклятую энергию в физический объект, например, как когда он на Шибую уронил метеорит. Дзюга, возможно, сильнейшее чистое проклятие во всем версе, и сейчас ты поймешь почему. По сравнению с Дагоном, который тоже высокоранговый проклятый дух специального ранга, Дзюга был заявлен на совершенно другом уровне. Среди проклятых духов группы Кинжаку он считался сильнейшим, а туда входил Махита, который тоже в этом топе. Тогда вопрос, почему же его так унижали в сюжете? Да потому что он нормально сражался только против Годжа, Сатору и Сукуны, блэд, а это все равно, что монстров One Punch мне оценивать по урону, который они нанесли Сайтами. Если нужна более адекватная оценка, силу Дзюга приравнивали к Сукуне с 8-9 пальцами. И даже против Годжа и Сукуны тот смог какое-то время держаться и танковать некоторые их удары. Так что, как бы этот Майк Вазовски не выглядел нелепо, не недооценивай его мощь. Кинжаку. Это тот челик, который сейчас гоняет в теле мертвого Гета. Обычно в таких ситуациях персонаж внутри тела другого персонажа имеет какие-то внушительные недостатки по сравнению с оригиналом и не может быть на его пиковом уровне, но не Кинжаку, ему вообще насрать. Кинжаку владеет всем, что было у Гета. Всеми воспоминаниями, всей проклятой энергией, всеми способностями, только при этом еще и не теряет ничего своего и может улучшить силы оригинала. По такому поводу у него стало настолько много энергии, что он смог поглотить Махита без каких-либо проблем для себя. В своем прошлом теле Кинжаку создавал проклятие уровня Чоса, а в теле Гета создал группу из Дзюга, Махита, Уруамы и также говорил, что может одолеть их один на один, если будет нужно. В чем я не вижу причин сомневаться, потому как Кинжаку получил просто лютый фит для вселенной магической битвы. Победил пикового Сатору Годжа. Ну, окей, не прямо заломал его силы или превзошел технику бесконечности, и не прямо в одиночку, но Кинжаку играл ключевую роль, и это Сатору. Сатору, мать его, Годжа. Знания тысячи лет жизни, артефакты, которые могут заточить Годжа, и практически сильнейшие барьеры в мире, в дополнение к пиковой силе Сугуру Гета с возможностью стать еще сильнее. Я не знаю, куда еще Кинжаку можно было бы поставить, кроме верхушки топа. Генерал Махарага является сильнейшим шикигами техники 10 теней клана Зенин. Забавно видеть призывное существо настолько высоко, при том, что самого призывателя я в список не ставлю, но Махарага этого заслуживает, потому как он всегда убивает своих призывателей и никому никогда не подчинялся. Ты можешь только позвать Махарага в этот мир, а вот что будет дальше, решает сам Махарага. Я даже не знаю, с чего начать его описание. Давай, наверное, вкинем, что он на равных сражался с 15-пальцевым Сукуной и заставил того использовать территорию. Того самого Сукуну, который играючи уничтожил Дзюга. Махарага обладает как проклятой, так и позитивной энергией в огромных количествах, до той степени, что Сукуна мог бы умереть от его атаки позитивной энергии, если бы не был в физическом теле. Также у нашего шикигамика нереально мощная регенерация, способность адаптироваться к любым атакам, вообще любых типов, так что во второй раз они уже не будут эффективны против него. И если этого было мало, он видит потоки проклятой энергии, то есть может увернуться от атаки еще до того, как та была скастована. Убить Махарагу — это вообще гемор по многим причинам, но еще и потому, что после фатального урона он исчезнет, и может быть потом его можно будет просто заново призвать. По крайней мере, я надеюсь, что можно. Дико имбалансный шикигами. Разве что убивает всех, кто его призывает, но это они сами виноваты, я считаю.
Риман Сукуна. Это сильнейший проклятый дух и, может быть, даже сильнейший персонаж вообще, но это пока очень спорно. Ты, может быть, помнишь, как я называл Дзюга, возможно, сильнейшим чистым проклятым духом. Но это только потому, что Сукуна не чистый дух, так как раньше был человеком, иначе я бы такого не сказал, конечно. Проклятую энергию от пробуждения 15-пальцевого Сукуны сравнили с энергией Годжа в своей безграничности. Однако это даже не полная его сила, лишь 15 из 20 пальцев. И все же, находясь в теле Юдзи, он легчайше победил Дзюга, который использовал максимальную технику внутри своей территории, а потом изгнал Махарагу, что я уже описывал ранее. Основная способность Сукуны пока неизвестна, но чисто по приколу он может использовать позитивную энергию и регенерировать с ее помощью, разрубать практически что угодно, например, высокоранговых проклятий специального уровня, и без проблем стреляться огнем, сопоставимым с максимальной техникой Дзюга. А самое веселое, что мы говорим все это только про ослабленного Сукуну. Мы не знаем, каков максимум его силы, но на пике его называли королем проклятий. Делай выводы сам. Сатору Годжа даже среди магов специального уровня считается сильнейшим. С его рождением весь баланс между магами и проклятиями был нарушен. Гетто говорил, что Годжа может в одиночку уничтожить человечество, на что сам Гетто был бы не способен. А по своим собственным словам, Сатору мог бы легко убить всех сильнейших магов и захватить все магическое общество, если захотел бы. Во что, по крайней мере, сами эти маги охотно верят, выполняя любые его просьбы. Но откуда же весь этот хайп? Неужели Годжа и впрямь настолько силен? Что ж, да. Нереальное количество проклятой энергии, способность использовать вместе и позитивную, и негативную энергию, а также он первый маг за 400 лет, кто владеет 6 глазами и безграничностью одновременно. 6 глаз не до конца объяснены, но по крайней мере они уменьшают расход проклятой энергии от техник практически до нуля, благодаря чему Годжа обладает около бесконечной энергией. Однако красивые глазки еще и отлично комбинируют с безграничностью Сатору, позволяющей тому практически полностью манипулировать пространством на атомном уровне. И я даже не знаю, имеет ли смысл объяснять, почему это читы и нечестно. Бесконечная энергия, манипуляции реальностью. Неудивительно, что Годжа даже заявлял, что мог бы победить Сукуну на пике. По крайней мере, на данный момент времени это очевидно сильнейший персонаж. Да, тут уж все было куда сложнее, чем с мобом. По сути, все места после первых двух можно менять в зависимости от того, как тебе больше нравится. И это я еще не говорил про персонажей, которые подразумеваются очень сильными, но мы толком не знаем, типа Бьюки, Яги или Тенгена. Уверен, некоторые бы их в топе точно хотели увидеть, но сорян. А еще там Маки недавно словила поварап чуть ли не до уровня Тодзи, а может и выше, кто ее знает. В общем, я постарался собрать персиков более или менее по фактически известной инфе. Но ты сам понимаешь, топы сильнейших всегда очень субъективные, да и я не особо разбираюсь во вселенной магической битвы, так что, как и в прошлый раз, буду рад узнать в комментах, если я где-то ошибся или ты со мной в чем-то не согласен. Ну и также не забывай хорошие вещи писать, их приятно читать. Спасибо Донику, Данилу Василенкову и Роману Цвайнхандрид за помощь в создании этого видео. А за поддержку на Патреоне спасибо Александру Моисюку, Караулу 1, Виктору Волкову, Дюникариесу, Куриному Фляйшу и Жирной Жопе Хмеля. Также большая благодарочка всем патронам поменьше и спонсорам, которые поддерживают меня здесь на Ютубе. Если ты хочешь стать их частью, ты можешь сделать это по ссылке в описании, либо нажав на синюю кнопку «Спонсорки» рядом с подпиской. Обещал для тебя Дигл. Пока.